Меня зовут Спесивов Сергей. Я полевой эксперт по работе с ключевыми клиентами на территории Саратов. И мы находимся на поле озимой пшеницы. Хозяйство «Земледельцы 2002». Сорт «Скипетр». Дата сева – 8 сентября 2022 года. Хозяйство использует норму высева 4,5 миллиона на гектар. В прошлом году они заложили опыт с нормой высева 3,5 миллиона на гектар. Мы провели учеты и получили данные. Количество растений на норме высева 4,5 миллиона на гектар составляет 340 штук на квадратный метр. Продуктивным стеблестоем 587 штук на квадратный метр. При коэффициенте кущения 1,7. Подгон колосков составляет 8%. Также провели учеты на норме высева 3,5 миллиона на гектар. Получили 255 растений на квадратный метр. При продуктивном стеблестое 600 штук на квадратный метр. При этом коэффициент кущения составляет 2,4. Количество колосков подгона 6%, что на 2% меньше, чем на варианте в 4,5 миллиона на гектар. Это однозначно повлияет положительно на урожайность озимой пшеницы. Мы отберем два снопа с нормой высева 4,5 миллиона на гектар и 3,5 миллиона на гектар. Мы отобрали два снопа. В обоих вариантах опыта мы наблюдаем мощную корневую систему с хорошо развитой соломиной, что позволило создать большой колос. Мы можем отметить, что в варианте 4,5 миллиона на гектар и 3,5 миллиона на гектар Vibrance Integral, благодаря входящих в него состав действующих веществ, помог защитить и пролечить корневую и прикорневую зоны. Срезав колоски из 10 растений в варианте с нормой высева 4,5 миллиона, мы получили 25 колосков. В варианте 3,5 миллиона мы получили 29 колосков. Проведя данный опыт, мы можем сделать выводы, что, снижая норму высева, мы увеличиваем площадь питания для каждого растения, увеличивается коэффициент кущения, размерность колоса на главном и боковых побегах. А что получим в итоге, увидим в бункере.